Я зараз. Развод. Это работа САУ «Краб» по позициям российских войск на Луганском направлении. Таким образом, украинские артиллеристы помогают в наступлении украинской пехоте. Ворог зазнає дуже таких значних втрат. Спостерігаємо ми їх в коптері, люди собі окапуються, і ми вже під коригування коптерів, там, пташок, вже працюємо по них. І, ну, після того, вже як піхота була відсічена нами, наша українська піхота вже собі забирає, повертає нам землю нашу. Разведка вычислила российские САУМ-100С. Это самая новая российская артустановка. Украинские артиллеристы заряжают снаряд «Эскалибур». Он наводится по GPS-сигналу. Начинается контрбатарейная борьба. Було застосовано 4 штуки по самохідних установках противника. Це 2019. Ну, в принципі, було успішно. Два влучення в ціль. І два влучення 3 метри від гармати. Гаубиця на огневой позиції. Зараз опять буде наносити удар по целям. Очень сильно громко. Бои на этом направлении очень динамичны. Каждая из сторон то наступает, то обороняется. Ситуация меняется каждый день. На цій позиції тут останній тиждень дуже гарячі. У них більше артилерії, у них більше снарядів, але вони не продвигаються. У нас менше, але ми потрошку, по кілометр за тиждень, 5 кілометрів продвигаємося. Экипаж этой машины говорит, что эта пушка сделала больше всего выстрелов из всех САУ «Краб», которые были поставлены в Украину. Из нее выпустили уже 3500 снарядов, хотя польские производители заявляли ресурс ствола на 1500 выстрелов. Это пример того, насколько интенсивный здесь ведется артиллерийский огонь. Андрей Кузаков, Владислав Семеленец, Алексей Полей. Настоящее время. Украина.